Волнительные финальные приготовления. 280 юных новополочан собрались на главной площади города. Генеральная репетиция перед основным выступлением на всебелорусском флешмобе. Но, несмотря на волнение, у всех участников только хорошее настроение. Волнительно, потому что это все идет на уровне страны. Это большое для нас как бы был, ну не стресс, это волнение было очень огромное. Достаточно долговато, мы готовили около 2 часов. Очень хороший у нас был инструктор, который нас подготавливал. Очень все было интересно. Идею проведения всебелорусского спортивного флешмоба предложили организаторы молодежной федерации воркаут-движения Беларуси и Белорусский республиканский союз молодежи. Идея нашла отклик и поддержку в лице молодых людей из 40 городов Беларуси, в том числе и Новополоцка. Сегодня дали старт 9 городов Беларуси, позже присоединятся и другие. Целью данной акции является популяризация здорового образа жизни среди молодежи, внесение в их массу активного образа жизни, спорта, правильного питания, чтобы они в такую прекрасную погоду не сидели дома, а выходили на улицу, на тренажеры, то есть, ну, чтобы вот максимально задействовать людей к здоровому образу жизни. Молодежь за спортивную и процветающую Беларусь. Девиз всебелорусского флешмоба. Эта фраза состоит из 40 букв. От этого и количество городов-участников – 40. Основная задумка – собрать этот девиз как живую фразу из букв, которые выстраиваются участники. Новополоцк оживил букву «Н». Было очень интересно, что здесь вообще будет происходить. Ну, волноваться так особо нет. Было очень интересно, весело, мне очень все понравилось. Чтобы было побольше таких мероприятий. В ближайшие дни ко всебелорусскому флешмобу присоединятся молодые люди не только Витебской, но и других областей Беларуси. Молодежь за сильную, процветающую Беларусь! Карина Херсан, Сергей Пальцев, Максим Корольков, Вектор ТВ.